Всем привет! Это программа «Тайга. Взгляд» с Алексеем Мазуром и Евгением Мездриковым, обозревателями сайта «Тайга.Инфо», режиссер эфира Татьяна Душутина. Рад вас всех приветствовать. Вижу уже комментарии первые. Ну, давайте коротко по ведению, что называется. Сегодня подведем итоги избирательной кампании в Госдуму. Напомню, что фактически она заканчивается сегодня. И нас ждет впереди трехдневное голосование с пятницы по воскресенью. В 8 утра уже откроются избирательные участки. Еще поговорим обязательно отдельно вот в этом блоке избирательной кампании о страхе власти перед умным голосованием и аргументах его противников и сторонников, потому что в Фейсбуке, в Твиттере и во всех соцсетях идут яростные баталии даже не между сторонниками власти, а между ее противниками. Что еще? Всемирная организация здравоохранения тормозит «Спутник ВИ». Путин раскрыл подробности, почему и из-за кого он ушел на самоизоляцию. Ну и Илон Маск впервые в истории отправил в космос корабль с полностью гражданским экипажем без участия астронавтов. Ну и многие другие темы. Пишите то, что вам интересно на сегодня или на ближайшее время, на будущее. Как получается, что вот судя по тем темам, которые я озвучил, что мы уже вторую неделю всех их будем обсуждать, но так уж вышло, все равно парламентские выборы – это главное, что нас ждет в ближайшее время. Ну и самочувствие президента, конечно, многих волнует, одних с одними эмоциями, других с другими эмоциями. Давайте начнем с темы, которая сегодня обсуждалась, наверное, больше всего. Это блокировка сервиса Google Docs. Накануне у жителей России, ну вот в ночь с среды на четверг, это заметили проекты Global Check и Роскомсвобода, они отслеживают блокировки в интернете, и они сообщили, что у многих жителей России пропал доступ к сервису Google Docs. Потом они уточнили, что Москвы это в основном не коснулось, но вот в регионах наблюдалось у разных телеком-операторов, как у мобильных, так и у обычных. Напомню, что именно на Google Docs накануне был опубликован список кандидатов от умного голосования на выборы в Госдуму. Ну и все, конечно, неизбежно связали эти два факта. Ну и что еще перед тем, как будем обсуждать? На протяжении нескольких недель мы видим, как Роскомнадзор ведет, и другие ведомства, но в основном Роскомнадзор, ведет последовательное наступление на умное голосование, пытаясь сделать все, чтобы рекомендации эти не просочились к людям. Как видим, пока что это все бесполезно. До этого арбитраж запретил Гуглу и Яндексу показывать словосочетание «умное голосование», да, в поисковой выдаче. Но вот Google пока так и не подчинился, так что эффективность этих усилий пока что не очень высока. Вот. Конечно, должен сказать, что сервис Google Docs – это не какой-то оппозиционный сервис, это рабочий инструмент для сотни тысяч, может быть, даже миллионов людей. Но вот, Леш, у тебя сегодня работа встала из-за Google Docs? Ты заметил серьезные проблемы? Нет. Ну, у меня с утра отрубили интернет, я погрузился в реальность будущего еще с утра, когда у меня отрубили интернет дома. Причем делают это все чаще и чаще, не знаю. тоже, может быть, готовят к светлому будущему. Да, вот, я думаю, что это не случайно. Поэтому в то время, когда Google Доки должны были не грузиться, у меня не грузилось вообще ничего, поэтому на моей работе это не сказалось никак. Вот. Но я хочу сказать, что нас уже предупреждают, что Госдума следующая, как только соберется, она сразу же займется вмешательством иностранных IT-гигантов в российские выборы и их жестоким наказанием. Вот. Под этим вмешательством имеется в виду то, что они не блокируют то, что хочется нашей власти, а оставляют доступ к этому. Да, да, там сразу вступит несколько... Во-первых, вызвали Apple и Google в Совет Федерации. Кстати, не первый раз. Во-вторых, вот-вот вступит в силу закон о приземлении иностранных IT-компаний. Вот, он позволит убирать из поисковиков неугодные сайты многие, например. В конце этой недели, кстати, несколько приказов РКН вступят в силу. Вот они как раз из-за закона о приземлении иностранных IT-компаний. Вот. В поисковой выдаче должны быть определенным образом, ну, как считает РКН, промаркированы сайты, принадлежащие иностранным лицам, которые признаны нарушителем законодательства РФ. А другой вот этот приказ Роскомнадзора устанавливает порядок изъятия ссылок на такие сайты из поисковой выдачи. Ну, с одной стороны, на примере Гугла мы видим, что это не всегда работает, а с другой стороны, мы уже не раз обсуждали, что, ну и не только мы, что это вопрос
баланса, до какой степени иностранным компаниям интересно наше государство и наш рынок. Вот. И опять же, эффективность. Я не IT-специалист, может быть, среди наших зрителей они есть. Растет ли эффективность блокировок различных со стороны государства? Мы помним самый смешной пример, да, с Телеграмом, который Роскомнадзор начал блокировать, продолжил блокировать и так и не закончил блокировать. И теперь сам ведет там, собственно, ну, свой канал. Вот остальные государственные органы, на ваш взгляд, насколько эффективно работают, и понятно, что Роскомнадзор здесь только проводник решений, которые наверху. У нас есть и Минюст, и Роскомнадзор, и арбитражный суд, как видим, да, которые исполняют те решения, которые наверху принимаются. На ваш взгляд, насколько эффективно они работают, как влияют, ну, на вашу работу, на вашу позицию, скажем так. Давайте к умному голосованию все-таки вернемся. Вот эта маниакальная попытка его задавить – это страх перед умным голосованием. Вот что такого опять? Вот что опять случилось? Мы видим, что это и сторонники власти, и противники власти опять же отметили. Мы видим, что поддержаны многие вполне себе системные политики, справедливоросы, ЛДПРовцы, коммунисты. Некоторые из них поддержаны администрацией президента. Ну и что вот блокировать? Зачем это все? Кому они мешают? Ты уже не раз говорил это в эфире, но раз мы сегодня подводим итоги, ну вот что, хорошо, умное голосование. Это только такая зависть, каприз, что не мы определили, а вы, или это страх, что придет кто-то не тот. Ну, придет кто-то не тот. Вы же сами пустили все эти партии в Госдуму, по большому счету. Там, если посчитать количество парламентских партий и непарламентских партий, ну, там вот непарламентские, там вот столько кто-то занимает, да, и парламентские вот столько. Ну, есть проблема обороны разных рубежей. И один из этих рубежей – это потеря большинства, а другой рубеж сразу за ним – это всеобщее понимание этой потери. Пока «Единая Россия» набирает относительно большинство, никого не волнует, что это происходит при явке в 20%, при том, что остальные голоса утилизируются между многочисленными спойлерами и так далее. Но как только вот это вот то, что «Единая Россия» реально набирает там 15% от числа избирателей, превратится в поражение на выборах, это как в той сказке про мальчика и короля. Простое словосочетание «король-то голый» приводит к полной перемене политической ситуации на сцене. То есть он и так был голый, и так голый. Вроде бы ничего не произошло, а все стало по-другому. Умное голосование, конечно, это такая тонко найденное слабое место в всей конструкции. Как бы самое эффективное приложение сил команды Навального в каком-то смысле. Ну, после того, как все остальное отыграло свое. Потому что действительно выборы проходят в один тур именно для того, чтобы большинство не могло консолидироваться. При наличии всех этих возможностей, начиная от пропагандистских, кончая спецоперациями всякими, там выставили кого-то кандидата, там, наоборот, его сняли с выборов по разным причинам. То есть при наличии такого огромного количества способов манипуляции, власть при однотуровых выборах очень сильно может натягивать и растягивать, ну, вот это вот балансирование с меньшинством и побеждать с ним. Но как только голоса протеста начинают консолидироваться, даже в той незначительной степени, в которой это обеспечивает умное голосование, и сразу наступает перелом. Но тут же есть еще одна проблема. Тренд популярности «Единой России» идет вниз, то есть «Единая Россия» теряет голоса, а умное голосование, наоборот, набирает. И где-то должно произойти пересечение точки, в которой умное голосование опрокидывает эту доску. То есть что такое доска? Почему у нас то появляются одномандатники, то исчезают? Одномандатники у нас в нашей стране появляются в тот момент, когда партия власти теряет абсолютное большинство. То есть как только «Единая Россия» перестает получать 50%, чтобы эти 50% набрать в Госдуме, они делают одномандатные округа, в которых они побеждают с 30, с 20, с 40% голосов. Но как только они опускаются ниже той планки, в которой они выигрывают одномандатные округа, доска может перевернуться прямо разом. То есть вчера еще было конституционное большинство, а сегодня там жалкие там 20-30%. Понятно, что так не будет, но тренд
к этому идет. Власть это понимает, она пытается его остановить. Ну вот сейчас пытается остановить. Степень ярости и как сказать, эмоциональности, ну не эмоциональности, не знаю, мы про эмоции ничего не знаем, но можем предполагать, с которой власть этим занимается, ну говорит как бы, что может быть что-то она знает. Я хочу отметить важный момент. Мы говорим о том, что сейчас душат СМИ. Мы видим, что несистемную оппозицию задушили, не пускают на выборы. Но еще раньше уничтожили социологию. Мы уже много лет не видим никаких социологических опросов по одномандатникам. Это же ну, вот, округ 500 000 человек. Провести соцопрос, ну, на этот вопрос, там, грубо говоря, 100 тысяч рублей по округу. Ну ладно, 200 тысяч рублей. Ну, в общем, копейки по сравнению с теми бюджетами, которые тратятся на избирательную кампанию. И мы видим, что никто не пытается сделать независимую социологию, ее продемонстрировать. Почему? Потому что независимая социология – это тоже в каком-то смысле умное голосование. Избиратель смотрит, видит, кто второй после Единоросса и думает, а чем мне голосовать за аутсайдера с 5%, я пойду проголосую за того, кто с 20%. Поэтому умное голосование – это на самом деле не супер-пупер технология, это костыль вместо двухтуровых выборов и нормальной социологии, которая должна была бы быть, делаться и публиковаться, но ее нет. Ну вот, и мы в результате имеем, что вместо всего этого, вместо прекрасных, объективных и так далее институтов, есть умное голосование, которому у многих много разных вопросов. Но простите, а где, ну, не нравится вам умное голосование, сделайте праймерис, сделайте социологию нормальную, сделайте... как это сказать, добейтесь второго тура на выборах, тогда умное голосование просто станет ненужным. Вот, ты пока чуть-чуть не зашел на ту территорию, которую мы следующую будем обсуждать. Ну, у нас там много вопросов про умное голосование и по конкретным фамилиям, и без конкретных фамилий, конечно. Так. Ну вот, кому-то повезло, что у него не коммунист по округу от умного голосования рекомендован. По тому же округу про общественников спрашивают Сорокина и Кондрюкова, которые пытаются склонить участников умного голосования к тем кандидатам, которых не рекомендовало умное голосование. Местные общественники работают против умного голосования. Ну, я не знаю, против кого они работают, честно говоря, не интересовался этими персонажами довольно давно. Вот специалист пишет, Вася Васильев у нас, что он считает, что качество блокировок со стороны органов власти существенно выросло. Но если захотеть, можно легко обходить любые блокировки. Ну, Я почитал тут на досуге технические стороны вопроса. Не надо расслабляться, с блокировками будет все как надо. Устанавливается аппаратура повсеместно, везде, которая позволяет фильтровать трафик. Это черные ящики, никто не знает, как оно устроено. Роскомнадзор осознал собственную техническую беспомощность и обратился к специалистам. Как известно, как говорил еще кто-то из большевиков, когда нам понадобится, ничего, что у нас упало производство, когда нам понадобится веревка, чтобы повесить капиталистов, мы у них ее и же и купим. Вот. Так что в этом смысле Роскомнадзор идет по этим следам, нашел капиталистов, которые готовы заниматься блокировками. Так что Казахстан блокирует все, ну, или существенную часть этих IT-гигантов. Китай давно это делает. Ну, вопрос в том, когда Россия вступит в этот клуб, он, по-видимому, вопрос только времени, а не технических возможностей. Да, пока мы не ушли. Ну, во-первых, да, подтверждение, что качество блокировок выросло, и другие пользователи тоже так считают. Пока мы не ушли от социологии. Сколько стоит независимая социология? Я уже предлагал скинуться Тагере Сёч на нормальную социологию. Ну, я так понимаю, непрофессионально зависит от того, что именно вы хотите замерять, как, в каком объеме и так далее. Да, это зависит от многих обстоятельств. То есть Тагере Сёч, то, что мы собирали на выборах мэра в 2019 году, я помню, что был такой опыт, кстати говоря, ну, хороший опыт. Первый в России, насколько нам известно. Да. Задача стояла собрать 200 тысяч рублей. Было собрано 120, ну и путем сокращения пропорциональной выборки, в общем, в эту сумму как-то уложились. Но с округами в Госдуму ситуация немножко хуже, потому что кроме города и присутствуют еще области. То есть нельзя опрашивать только в городе, нужно как-то выбрать населенные пункты, расположенные в области. Причем так, чтобы они более-менее отражали
состав населения, ну, в общем, голосования как-то там совпадали, и там тоже проводить опросы. То есть, наверное, дороже. Это с одной стороны. Но с другой стороны, можно делать такие полупрофессиональные опросы более дешевые. Например, просто по телефону, и ты все равно что-то понимаешь. Потому что если точную выборку сделать точно трудно, то понять, по крайней мере, кто на втором месте из двух кандидатов, наверное, можно более дешевыми способами. Пытался включить звук. Так. Рекомендации там, как обходить блокировки, у нас в комментариях, посмотрите. Я хотел тебя все-таки про умное голосование еще доспрашивать. Про то, почему власть пытается его зажимать, мы понимаем. Но, как обычно, самые яростные дискуссии об умном голосовании не между там, условными единороссами и оппозиционерами, а внутри оппозиции, между, ну, между частью оппозиции и условными яблочниками или их сторонниками. Я вижу, ну и не только я вижу, в этом столкновении неких позиций там морали и эффективности, скажем так. То есть противники умного голосования из либерального лагеря говорят, что как мы можем, какое же она умная, если предлагает нам идти голосовать за коммунистов, у меня деда или прадеда расстреляли, они принимали и голосовали все за те же законы, Зюганов и Жириновский не лучше Путина. Что еще, какие аргументы? Коммунисты будут голосовать так, как им скажет Единая Россия, даже если несколько человек из фракции проголосуют по-другому, ни на что это не повлияет. И вообще все они омерзительные, и не надо за них голосовать. Я буду голосовать за ну, любые другие партии, там, условно говоря, или вообще против, ну, не пойду. Вот, вот эти моральные аргументы. Как я могу лично и прийти поддержать человека, не знаю, там, какого-нибудь члена ЦК КПРФ, который избирается там, в Москве или в Петербурге, как правило, который поддержал и закон об иноагентах, о котором мы еще поговорим, и закон о Диме Яковлеве, имени Димы Яковлева, и все другие людоедские законы, которые принимала Госдума. Ну, правда, не все коммунисты одинаково голосовали, но тем не менее. Нет, нет. И мало того, по ряду законов все коммунисты голосовали против, в отличие или от воздерживались. России. Или воздерживались. То есть разница есть. Поэтому в условиях, когда у тебя вариант либо единоросс, который просто всегда голосует за все вот эти гадости, либо коммунист, который иногда не голосует за эти гадости, то, наверное, лучше коммунист. Конечно, ну, было бы идеально избрать своего. Но тут тоже, тут надо понять, что критики делятся на тех, кто искренне не понимает, и тех, кто, в общем, мотивирован властями на то, чтобы критиковать. То есть среди критиков там много тоже не очень добросовестных людей. Но давай обращаться к тем, кто искренне. Вот как мне будут голосовать за коммуниста, и тем более, если есть приличный кандидат, то лучше поддержать приличного кандидата, продемонстрировать его поддержку. Леш, ну или давай для равенства. За коммуниста или эсера, или ЛДПРовца, скажем так. Да, просто у коммунистов, да. Коммунистов больше среди кандидатов умного голосования. Ну да, просто коммунистов основные бенефициары умного голосования получились. На это есть простой ответ. Ну, предположим, выборы были бы в два тура, и вышел бы этот коммунист, ну, или эсер, или еще кто-то, и единоросс. Вот, считайте, что вы в такой ситуации находитесь. Другой вопрос, насколько умное голосование объективно. Но это вопрос к тому, что давайте предложить лучше что-нибудь. Я же говорю, есть много более хороших вариантов. Праймерис, честная социология, еще что-то. Почему никто не делает этого? Все ждут, когда выйдет умное голосование, а потом поднимается вопль, а там не так, здесь не то, здесь не этак. Ну, ребята, ну, либо надо сделать что-то лучше, ну, либо мириться с тем, что какие-то недочеты могут быть и обязательно будут. По поводу тоже моральной возможности голосовать, ну, вот конкретно за коммунистов. Почему-то все начинают, что коммунисты стреляли несчастных по подвалам в ЧК в 20-е годы. Ни один из ныне живущих коммунистов в 20-е годы никого не стрелял. И даже в 30-е не стрелял. Если есть такой коммунист, где-то остался, то ему больше 100 лет, и он, конечно, никуда не баллотируется. Те коммунисты, про которых можно говорить, это коммунисты условных 80-х годов, которые, вообще-то говоря, там перестройку затеяли и сделали выборы конкурентные с
с хорошим избирательным законом, с возможностью выдвинуть кого угодно и как угодно. То есть гораздо более свободные, либеральные и честные выборы при коммунистах прошли, чем в нынешней России. И поэтому, ну, почему мы нынешних там, членов КПРФ приравниваем именно к тех, кто кого-то стрелял по подвалам, а не к позднему СССР. Но главное даже не в этом, а в том, что ну, у вас же реальный-то выбор стоит между тем, кто занял второе, ну, занимает второе место или первое, и кандидатом власти. Чего дурака-то валять? Если у вас есть кандидат, которого вы очень любите, которого вы считаете идеальным, приложите все усилия, чтобы этот кандидат к моменту ну, конца избирательной кампании был на первом или втором месте. И тогда уже, и желательно продемонстрировать это ну, таким нечестным соцопросом. И тогда уже это будет другой уровень и критики умного голосования, если вдруг оно не поддержит, и претензии к нему, потому что, ну, вообще-то говоря, насколько я понимаю, я не, как сказать, ну, не знаю, как там происходит, но насколько я понимаю, что если вдруг у вот этих людей, которые занимаются выдачей рекомендаций, появляются релевантные социологические данные, которые можно доверять, так они счастливы по ним будут делать. То есть они там, насколько я понимаю, вынуждены ковыряться во всяких косвенных данных, кто там первый, кто второй. Поэтому вы просто своего кандидата доведите до этого состояния. Если в двухтуровых выборах у вас ваш любимый кандидат не проходит во второй тур, вы же не устраиваете истерики, не кричите, что это второй тур неправильно, надо его отменить, надо в одном туре. Ну, кажется, хоть в одном туре, хоть в двух турах, он все равно проигрывает. Поэтому спокойно надо к этому относиться. Да, надо ставить до последнего момента на самого любимого кандидата. Тянуть его изо всех сил, за него агитировать и так далее. Но если лошадь не вывезла, пристрелить ее, ну, условно, в политическом смысле, пристрелить ее и ехать на той лошади, которая дальше может переть. Ну вот ты ответил фактически на вопрос Дмитрия Кречетова про умное голосование. Он написал, что ему в последнее время все больше кажется, что оно только усиливает выученную беспомощность. Ибо, по сути, это сигнал всем несистемным политикам и их избирателям, что все бесполезно. Но это абсолютно неправда, потому что в прошлом году и умное голосование, и коалиция показали, что... То есть я напомню, что в прошлом году коалиция в городе Новосибирске набрала 22 первых и вторых места в из 50 ну, округов, причем она сама в коалиции участвовала в 30 с чем-то округах. То есть по большинству округов мы заняли первые и вторые места. Что нести-то чушь-то по поводу того, что выучена беспомощность и так далее. Сейчас просто фиксируем ситуацию, да, вот такая ситуация. Ну, то есть про кого конкретно ну, в данном, если мы говорим про Новосибирск, в чем... То есть, Дмитрий, уточните, уточните. Что было не так умным голосованием? Да. Ну, я лично могу сказать, что у меня есть сомнения по паре Жирнов-Украинцев. Потому что я не уверен, что Украинцев там реально первый. Но, ну, как бы, ну, это мое личное мнение. И поскольку я понимаю, что мое личное мнение уже никакой роли здесь не играет, ну, по-видимому, придется тоже присоединиться к той лошади, которая бежит. Но, ну ладно, что. Я думаю, что здесь стоит еще сказать, и мы об этом говорили в прошлых эфирах с депутатом Горсовета Сергеем Бойко, что на выборах в Госдуму ситуация сильно отличается от выборов в Горсовет. Вот сейчас все обсуждают от нашего, от несистемного кандидата, но на выборах в Госдуму, и ты говорил не раз, и Сергей, практически нереально было, по крайней мере, кроме Москвы, да, зарегистрировать какого-то несистемного кандидата, ну вот Новосибирске, например. Поэтому умное голосование вынуждено работать с теми зарегистрированными, которые есть. В Горсовете было по-другому, в Горсовете работали по-другому, правильно же? Вот, то есть это как бы зависит в том числе от выборов, от проведения выборов. Будут президентские выборы, если они еще будут. Там тоже будет ну, несколько другая ситуация. По ней надо ориентироваться. Так, ну, Дмитрий... Тут, да, тут же тоже простой философский вопрос. Выученная беспомощность, все такое. Мы живем в мире, в котором далеко не все зависит от нас. Нужно, бывает, приспосабливаться к условиям.
те инструменты, которые есть, ими, теми и надо пользоваться. Есть возможность на выборах на что-то хоть минимально повлиять, хоть как-то. Надо этим пользоваться, пока оно есть. В Советском Союзе выборы были вообще ни о чем. До 89 года, до 88-го. Первые альтернативные выборы прошли в 88 году в Иркутске. Но уже через два года выборы решали все. Если бы люди в 89 году говорили, да что эти выборы, на них, а это было абсолютно право в Советском Союзе, на выборах ничего не решается, какой смысл? То есть если бы все так говорили, то все, ну, ничего бы и не решалось на них и дальше. Выборы, ну, смотрите, есть простой момент для оппозиционеров. Ну, понятно, я не буду говорить с точки зрения тех, кто голосует за Единую Россию. Для них все просто. Пришел, проголосовал за Единую Россию. Кто хочет, чтобы было дальше так, как сейчас. Проблема для тех, кто хочет каких-то перемен. Вот у них много проблем. И там умное голосование неправильно. И кандидаты все какие-то похожие друг на друга, все отвратительные и тому подобное. Но смотрите, чтобы прошли какие-то перемены, нужно, чтобы большинство их захотело. Чтобы большинство стало за перемены, а не за стабильность. Этот момент наступил или нет? Мы не знаем. То есть мы можем предполагать, что, может быть, большинство уже хочет перемен, социология что-то показывает. Выборы этого пока не показывают. Какие у вас могут быть претензии, что ничего не меняется, если вы большинства на выборах-то не получили ни разу? А получить большинство на выборах, не участвуя в выборах, невозможно. Дальше, потом, поэтому все эти крики, о, выборы ничего не решают. Так, блин, а большинство-то было хоть когда-нибудь на выборах, чтобы что-то решать-то? В вашу пользу. Его никогда не было, поэтому нет, ну, эти претензии не обоснованы. Вот когда будет большинство, и оно ничего не решает, тогда можно будет сказать, так, с выборами проблема ничего не решает. Потому что, видите, большинство проголосовало и ничего не решило. Ну так хотя бы этого надо достичь. То есть сначала нужно хотя бы, чтобы большинство проголосовало, потом, чтобы избиркомы это зафиксировали и показали в депутатах, потом, чтобы депутаты голосовали так, как от них ожидается, а не так, как им там сверху приказали. То есть много ступеней надо пройти. Вы перед первой ступенью стоите и говорите, а эта лестница ведет в никуда. Так вы даже на первую ступеньку еще не вступили. Давай еще по вопросам. Что за бредовая нарезка округов? Билл, наверное, не голосовал последние годы. Билл, наверное, проспал 10 лет. Да. Живя в Академии, я голосую вместе с Китимом, и бог знает кем еще. Что у нас общего? Нас ничего не объединяет. Это так называемая ромашковая нарезка. Лепестковая. Ну, или лепестковая. Да. Когда Единая Россия решила вернуть округа, то возникла гениальная идея, что чтобы точно Единая Россия получала большинство, потому что как было раньше? Два округа в городе Новосибирске, два округа в остальной области. Но мы же понимаем, что два округа в городе Новосибирске – это два округа оппозиции. То есть Единая Россия в них не победит, ну, при нынешних настроениях, ни при каких обстоятельствах. А вот если их перемешать, сделать в каждом округе половинку от области, половинку от города, особенно с учетом трехдневного голосования и возможности там поменять голоса в пакете с бюллетенями, то... Ну все, Единая Россия может выиграть все 4 округа, как это и было 5 лет назад. Вот и все округа по всей стране нарезаны именно так, что был кусок города и сельская территория. И какие-то красивые слова при этом говорились, но вы должны помнить, что бы ни делалось в нашем избирательном законодательстве и с нарезкой округов, это делается для того, чтобы Единая Россия побеждала. Ну вот нам возражают, что главное не только как голосуют, ну, точнее добавляют, важно не только как голосуют, но и как считают. В это вот люди и не верят, поэтому и не ходят. Ну, я же говорю, сначала надо бы хотя бы проголосовать. Пока что нет доказательства того, что хотя бы раз проголосовали против. Мало того, есть случаи, когда все-таки голосовали, но я имею в виду на местных выборах, и побеждали люди. Вот мы же видим 4 членов коалиции в горсовете. Мы видим мэра Локтя, который победил, будучи оппозиционером. Уж другой вопрос, что он не вполне оправдал ожидания на него возлагавшиеся, но на выборах-то победил. Поэтому утверждения выборы ничего не решают. Они, ну, скажем так, сильно преувеличены. Нам еще пишут, что если Европарламент не признает, скорее всего, не признает выборы в Госдуму,
что это будет значить. Я думаю, что это ничего не будет значить для Госдумы. Это, видимо, связано с историей про то, что ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число. Ну, вот. В Евросоюз нас не возьмут, наверное. Ну, возможно, возможно, не возьмут. Кстати, вот в ответ на решение ОБСЕ не направлять наблюдателей на российские выборы, кто-то, по-моему, из членов Совета Федерации заявил, что это вмешательство во внутренние дела страны. Самое блестящее, что я видел. Не, ну, как сказать, и не блокировка сайтов, созданных россиянами для россиян, это тоже вмешательство во внутренние дела страны, как мы видим. Да. Ну, мы вообще... кстати, про наблюдателей. Я думаю, что про них не стоит переживать. Приедут наблюдатели из Таджикистана, Ирана, Белоруссии, Никарагуа и зафиксируют честный подсчет голосов. Так Искандер. Да, Искандер. Кстати, вот Искандер я не помню последние годы. Ну, может быть. Мы поговорили про Госдуму только про умное голосование. А было что-то в этой предвыборной кампании, чтобы ее от других отличало? Вот, в принципе, я следил по там сибирским и московским округам, там петербургским. Вот, судя по региональным выборам, да, большинству, как-то то ли не получилось ожесточенной борьбы, то ли все было срежиссировано, то ли незаметно прошло. Вот ты обратил внимание, снизился ли, потому что я помню, какие были выборы прошлого, да, на прошлый созыв. Мне кажется, там бились сильнее. Больше договорников сейчас было или что? Ну, во-первых, было больше зачистки, потому что зачистили, реально буйных-то зачистили, поэтому наблюдать-то за кем? Я думаю, что борьба идет и шла, но борьба, так как медийно известные личности были зачищены, а мы же знаем, как СМИ устроено, наблюдать, то есть понять, что где-то идет какая-то борьба в каком-то из округе, можно только если из этого округа начинают поступать там видео эффектные какие-то в соцсетях, что-то какая-то битва идет. Но информационное поле во время выборов достаточно заморожено, потому что есть еще проблема предвыборного спама. Каждый кандидат шлет в СМИ всякую, извините, фигню про свои успехи или проблемы или еще что-то. А СМИ к этому очень скептично относятся. И не имея источники информации, ну, известные источники информации, обычно все это сразу попадает в корзину. Может быть, там что-то и было ценное. Ну, и опять же, на мой взгляд, главное сейчас не в том, как шла избирательная кампания, а в том, как проголосует избиратель. Я историю одну расскажу. В 2018 году, когда была пенсионная реформа, и в Новосибирске прошел митинг, мне моя знакомая из Хабаровска написала, она увидела у меня в инсте в этот видео с этого шествия антипенсионного, где там люди скандировали, шли по улице, известный митинг был. И написал, ох, ничего себе, что у вас происходит в Новосибирске-то. А у нас в Хабаровске такое болото, все бесполезно, все бессмысленно, все, ничего не происходит. И это был день голосования, в который они избрали Фругала. Ну, в первом туре. И уже через год в Хабаровске Единая Россия не избиралась никуда. Вот. А в тот момент, когда произошел вот этот перелом в Хабаровске, людям, которые в Хабаровске жили, казалось, что полная безнадега, ничего не происходит и все бесполезно. Вот это хорошая была иллюстрация, Леш, прям отлично по поводу выборов в Госдуму. Ну, пишите, если еще какие-то вопросы есть. А я бы хотел важное объявление сделать для всех. Ну, упомянул я уже закон об иноагентах, который Госдума довольно давно приняла, несколько лет назад, но активно применяться он начал фактически только в этом году, когда десятки СМИ и физических лиц, и НКО были признаны иноагентами, либо вообще нежелательными в России и так далее. И вот на этой неделе более 150 средств массовой информации, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, других общественных инициатив создали и вывесили на Change.org петицию по требованию отмены законов об иноагентах. Я вам хочу сказать, что вот прошло сколько? 3 дня прошло, по-моему, да? Там уже почти 100 тысяч подписавшихся. 100 тысяч. Планируется набрать как минимум 150 тысяч. Тогда это будет один из самых заметных на Change.org петиций. Вот, так что подключайтесь и давайте вместе уберем все эти запретительные
ограничения. Конечно, мы опять можем сказать, что ничего не случится, даже если эта петиция наберет 200 тысяч. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть и смогут ли игнорировать мнение такого количества людей. А подписываются сейчас уже не СМИ и не НКО, а обычные люди. Так что в ваших руках, в том числе, свобода СМИ, чтобы вы могли получать больше объективной информации из разных источников. Ну и судьба маленьких детей, бездомных, больных людей, которыми фонды занимаются благотворительные, тоже. Это все тоже закон об иноагентах. Давайте вернемся к нашей повестке, к самому интересному. Здоровью президента, о котором Леша уже во вторник в своем эфире говорил, но тут поделился сегодня Владимир Владимирович подробностями. Он выступал на видеосвязи на саммите ОДКБ, куда он как раз не поехал из-за того, что ушел на самоизоляцию, заявив, что в его окружении обнаружен коронавирус. А сегодня он уточнил, ну как бы извиняясь перед организаторами этого саммита, что он вынужден был в последний момент отменить визит в Душанбе, связано с тем, что в его окружении выявлены случаи заболевания, и это не один, не два, а несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции, сказал он. Кто эти люди, не уточняются, но есть две версии, которые, может быть, пересекаются, а может быть и нет. Первая, политолог Татьяна Становая вчера обратила внимание, что на заседании Совбеза, уже российского, которое тоже Путин проводил по Афганистану, из 13 постоянных членов было только шестеро. Мишустин, Матвиенко, Нарышкин, Войно, Иванов и Колокольцев. Не было Медведева, Володина, Патрушева, Шойгу, Лаврова и Бортникова. Ну, как бы без намеков, просто их не было. Половины членов Совета Безопасности, который по факту главный руководящий орган. Не де юре, но де факто нашей страны. Дальше. Версия Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента. Прям цитата, потому что он всегда так говорит, что его не поймешь. Главным образом из окружения Путина, главным образом, заразились те, кто принимает участие в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства. Кто-то был инфицирован, и поскольку происходит общение внутри группы обеспечения, произошло инфицирование значительного количества людей. Ну, то есть, судя по словам Дмитрия Пескова, это в основном представители аппарата и, может быть, ФСО. Вот. Но, с другой стороны, Путин также уточнял, что с одним из людей, заразившихся, он провел почти весь день на выходных. Вот. С кем из отсутствующих членов Совбеза он отдыхал, не уточняется. Вот, Леша, ну ты, в принципе, уже это комментировал. У Медведева недавно был день рождения. Да, у Медведева был день рождения. И Песков, кстати, заявлял, что Путин его обязательно поздравит. Вот, вполне возможно. И еще, кстати, давайте, если уж минутка у нас юмора. Песков сказал, что, сейчас уже на память не цитата, президент работает практически так же, никак на него самоизоляция не повлияла. Он даже зарегистрировался, кстати, на сервисе электронное голосование, будет электронно голосовать, хотя до этого у него телефона даже не было. И, в общем, на работе Путина это никак не сказывается. Путин работает, спутник Ви работает эффективно, а Путин работает еще эффективнее. Вот, собственно, что сказал Дмитрий Песков. Слушай, ну... Впервые было официально признано, что Путин привился спутником. Да. И, в общем-то... И это означает, что те нехорошие люди, которые надеются на то, что ковид его свалит, да, спутник достаточно эффективная вакцина. Да, но вообще, это, знаешь, это такой факт интересный. То есть, ведь сколько времени президент берегся, сколько времени даже вот эти паралимпийцы, которые с ним недавно встречались, они же тоже были в изоляции. А тут как-то расслабился кто-то, получается. А это, кстати, хорошая иллюстрация к утверждению. Помните, в начале эпидемии, сейчас уже никто так не говорит, в России лучшие в мире эпидемиологические службы. Там типа ковид не пройдет через границу России. Мы видим, даже границу бункера он пересек. Нехорошо. Да, у нас такие комментарии уже тоже поступают, что да, что в бункер проникла зараза. Еще про интернет и блокировки. У нас скоро все новости станут, про связь и блокировки, точнее, все новости станут об этом. Минцифры. Но Минцифры. Они скоро кончатся, правда, потому что сейчас их транслировать. Мы сможем с тобой в редакции или на заваленке об этом поговорить.
Возможно. Минцифры предлагают. У тебя как раз опять интернет отключат, связь отключат. Вот выйдем с тобой, поговорим на природе. Минцифры предложила отключать связь во время ЧС. Природного и техногенного характера. И техногенного. Это чтобы народ успокоить. Да, народ да такой, чтобы не обменивались. Что происходит? Да, чтобы мы не обменивались паническими сообщениями. Да, так вот, да, да. Приоритет в использовании связи будет отдан силовым ведомствам, а от обычных пользователей будут при этом отключать от сети. Я бы еще и движение транспорта запретил любого, кроме силовых ведомств. Ну ты подожди, дай сказать-то. Мне список ведомств интересен. Ну ладно, я понимаю, МВД, МЧС, природный техногенный характер, а также Минобороны, ФСБ, Минюст, Росгвардия и СВР. Особенно интересно участие Минюста и СВР в ликвидации ЧС. А у нас будет совмещено демонстрация, митинг, землетрясение и пожар. Так вот, планируется, что постановление, это правительственное постановление, если оно, я так понял, что это пока проект, если оно будет... Когда планировали фейерверки и репрессии, потом решили совместить, да. Вступит в силу с 1 марта 2022 года и на 6 лет. Ну, оптимисты они, конечно, ну ладно. В общем, вот осталось у нас, кто-то пошутил уже в Фейсбуке, осталось полгода нормально пообщаться. Вот. Ну, вообще, да, вопрос такой, а что нормальным людям во время ЧС главное, в пабах же тоже нельзя собираться. А почему в пабах нельзя собираться, я пропустил? А, этот режим готовности. А да? Они вроде работают все. Нет? Да. Но они работают, пока там больше 10 человек не собралось. Что-нибудь пообсуждать. Не знаю, моя лента Инстаграма говорит об обратном. Ну ладно. Так потому что они там политику не обсуждают. Знаем, чем там в пабах занимаются. Да, в пабах у нас Ленин политику обсуждал, кстати, в пабах. Причем в британских хороших. О! А, арендуем кухню, будем собираться. Вот Билл предлагает. Но я думаю, кстати, что ну не половина зрителей, но часть зрителей по очереди влезет. Мы можем устраивать... Вот, кстати, да, известный телекомментатор спортивный Василий Уткин, когда его отлучили от федерального эфира, он стал комментировать спорт в барах. И вот мы с Лешей можем тоже, в принципе, так делать, если сейчас YouTube заблокируют. Не дай бог, конечно. Да, но за ваш счет поить меня. Не, кухню, речь про кухню, речь про кухню. Мне сейчас вообще нельзя. Так, давай вот про человеческое поговорим. Ну как про человеческое? Про не политику. Точнее, тоже про политику, но другую. Дмитрий Кречетов, вся эта движуха про метро со стороны облвластей, а, видимо, выше было какой-то комментарий, я его пропустил. Ну, давай я зачитаю. Вся эта движуха про метро со стороны облвластей не более чем пиар заведомо нулевым результатом. А вот шанс на трамвайные линии и комплексное развитие транспорта был. Ну, это вот твою мысль. А, ребята, вы там понаписали. А, правительство приняло решение по созданию и развитию метрополитена в ряде городов, а на Новосибирск эти планы не вошел. Вот на что Дмитрий отвечал. Ага. Да. Не, ну, надо сказать, что эти города, я думаю, тоже метро не увидят, потому что не путайте предвыборные обещания с реальными планами, да. Ага. Нам концессионный мост без развязок, на деньги которого можно было построить третью ветку, а людям метро. Всем, кто подписал петицию кандидата в иноагенты, нет, такой нормы пока нет. Хотя, в общем, ничего отключать нельзя, но пока что никакого... Да успокойтесь, в иноагенты кандидаты все. Кроме тех, у кого дети, собственно, за границей, а кабинеты в Белом доме. Я уже год назад написал твит о том, что предлагаю ввести уголовную ответственность просто за гражданство РФ, чтобы не заморачиваться. И спрятать в сейфе, знаешь, на каждого, как компромат типа в сейфе на каждого лежит. И вот это тоже до нужного момента. То есть прям признание тебя и в сейф. То есть родился, уже виноват. Ну это, кстати, в России точно так и есть. Родился в России, уже виноват. Сейчас нас в русофобии обвинят патриоты, если придут. Хотя мы всех заблокировали, по-моему. У нас 10 лет назад отменили изъятие транспорта в случае войны. Скоро вернут. Ну, кстати, изъятие транспорта для нужд силовых органов-то уже, по-моему, давно законно. Опять, если я ничего не путаю. По-моему, да. Ну, не изъятие, по крайней мере, а временное пользование. Так, друзья, что у нас дальше было по повестке? Что-то еще у нас было. Ага.
Ну мы про спутник заговорили. Такая новость, пока она ни о чем не говорит, она скорее говорит о том, что когда еще признают спутник в цивилизованном мире и позволят с ним куда-то выезжать, это еще далекое будущее, ну или, по крайней мере, не очень близкое. Всемирная организация здравоохранения... Так, а почему у меня-то проблемы с буквой «Р» начались? Вот, Леша, это мы с тобой долго общаемся. Всемирная организация здравоохранения... У меня ни один из детей букву «Р» не говорит. Вся жена говорит. Почему они все с меня-то пример берут? Очень странно. У меня тоже никогда не было. Вот все появляется. Итак, ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины «Спутник Ви», потому что во время инспекции на одной из фабрик, а их они проверили, по-моему, 5 из 7, не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства, сказал представитель ВОЗ. Довольно туманная как бы тема, но довольно туманная формулировка, но тем не менее. Он добавил, что одобрение, процесс одобрения ВОЗ не возобновится, пока не будут проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция. То есть, представляете, какой процесс пройдет. Значит, сейчас спутник одобрен в 70 государствах. Как кто-то из патриотических агентств отмечает, в этих государствах проживает более половины населения Земли. Но вот для того, чтобы... Китай, Индия, что ли? Достаточно двух, по-моему. Латинская Америка, Китай, про Индию точно не знаю. Для широкого распространения в странах Запада нужно одобрение ВОЗ и Европейского агентства. Вот в Европейском агентстве лекарственных средств начали проверку в марте, но так и... Ну, в общем, не ждите в ближайшее время никаких подвижек. Но вот. Зато вышло аргентинское исследование по поводу спутника, подтверждает высокую эффективность. Я так понимаю вообще, что в высокой эффективности европейцы не сомневаются. А вот из того, что я читал... Просто сомневаются в том, что при производстве туда что-нибудь лишнее не попадет. Да. Что они считают, что им предоставляют недостаточно документов и недостаточно доказательств прозрачности этого процесса. Вот из того, что я как бы понимаю. Ну и, наконец, Леш, наш любимый космос. Мы не можем обойти стороной новость, которая потрясла человечество. Как написала Deutsche Welle, новая эпоха наступила. Впервые в истории в космос полетел экипаж, полностью состоящий из непрофессионалов, из туристов, не из космонавтов, не из астронавтов в данном случае. Как вы догадываетесь, в космос их запустил миллиардер Илон Маск. Коммерческий рейс корабля Crew Dragon компании SpaceX на 3 дня. Оплатил другой миллиардер. Вылетели на орбиту Земли. Давайте я назову участников этой экспедиции. Во-первых, это исторический момент. Во-вторых, довольно любопытный набор. Миллиардер Джаред Исаакман, глава компании Shift4 Payments. Он опытный пилот, он и оплатил поездку, и, собственно, он выполнил, ну, как бы за астронавта. Молодая медсестра Хейли Арсена, или Арсено, не знаю, как ударение правильно, победившая рак. Я так понимаю, что она... в общем, она победила рак ценой там части тела. Инженер Кристофер Симброски, он работает в компании Lockheed Martin в отделе обработки данных. Известный геолог Сиан Проктор, бывший кандидат в астронавты НАСА. Вот такой набор, знаете, для детектива Агаты Кристи в замкнутом пространстве. Совершенно разные люди собираются в одном месте. Значит, на Crew Dragon установлен стеклянный купол для того, чтобы у космических туристов был полный обзор космоса и планеты. Можете себе представить это зрелище? Я не могу. Еще хочу добавить, что эта миссия направлена на поддержку детской больницы Сент-Джуд, которая специализируется на лечении рака. То есть у этого есть не только такая мощная космическая история, но и благотворительная история. Леш, ну ты вдохновлен этой новостью? Ну, человечество идет вперед, развивается, высадится на Луне. Жаль, что Россия во всем этом празднике не будет участвовать. Тут мы плавно перейдем к тому, что прекращено проектирование и разработка сверхтяжелой российской ракеты «Енисей», которая должна была бы лететь на Луну. Но я тут тоже почитал статьи более углубленные. На самом деле российская лунная миссия накрылась еще раньше, когда на космодроме «Восточный» не стали делать второй стол для запуска этой сверхтяжелой ракеты. Потому что одного запуска недостаточно, чтобы слетать на Луну и вернуться. Нужно, чтобы две ракеты вышло, одна вторую дозаправит, и одна улетит на Луну. Но чтобы одна ракета дозаправила вторую, они должны одновременно оказаться на орбите. А чтобы один и тот же стол подготовить к запуску дважды, нужен месяц. То есть перерыв между стартами месяц.
И тут либо, ну, ну, в общем, получается, что то, что Россия не полетит на Луну, уже заложено в бетоне на космодроме Восточный. Ну, по крайней мере, пока там не начнется строительство, а уж тем более и ракеты-то теперь не будет. Вот, но это тоже все не новости, потому что все, что делает Россия в космосе, это в такие стандартно отработанные технологии еще с советских времен, собственно говоря, что нового-то было сделано. Ни на одну планету или там, ну, в общем, ни на одно космическое тело, ни на Луну, ни на Марс, ни на Венеру Россия за время постсоветской не слетала. И новой космической техники, насколько я понимаю, тоже не было сделано. Так что мы хорошо эксплуатируем и надежно то, что досталось наследство от Советского Союза, а дальше пока в этом направлении не сдвинулись. Ну, нас спрашивают, есть ли тайга-инфо на Рутюбе. Насколько я помню, нас на Рутюбе нет, и думаю, что пока что и не стоит начинать, потому что на Рутюбе нас заблокировать гораздо проще, чем на Гугле. Вот, будем ждать развития ситуации. Нам обещали, кстати, что Рутюб станет супер-пупер-площадкой. Ну вот недавно даже кто-то из представителей власти напустился на Тину Канделаки, да, по-моему, о том, что у нас тут падают трансляции каждые 5 секунд. Поэтому то, что мы будем вещать на Рутюбе, вряд ли сделает кому-то лучше, даже если это будет единственная площадка. Потому что мы знаем, что все альтернативные российские решения, почти что, которые нам предлагаются вместо иностранных, они все либо в принципе не работают, либо ломаются. Там, кстати, очередная новость об обязательстве иностранных производителей ПО предустанавливать отечественный софт, типа читалок, проигрывателей радио и так далее, пока не названы. Ну, я предлагаю даже это не обсуждать, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Единственный плюс, что нас пугали этой предустановкой. Но даже с предустановкой, насколько я понимаю, производители не требуют свой софт удалять. Это самое главное. Российский, ну, пусть висит себе, лежит. Так, друзья, про Новосибирск. Давайте из космоса в Новосибирск вернемся. Где мы и где космос? Есть еще какие-то вопросы? Есть еще Яндекс.Эфир, да, безусловно. Вот Яндекс.Эфир как раз стоит осваивать. А, зато мы переиграли всех по газу. Хорошее, да, замечание. Европа с их диверсификацией и рыночным ценообразованием, как бы это сказать, проиграла этот раунд. Да, там растет резко, выросла цена на газ из-за чего там, холодной зимы, жаркого лета и проблемы с ветром в Северном море. Да, есть такое дело. Ну, но это проблема рыночного ценообразования. Да. Сегодня у тебя 0 рублей стоит киловатт-час, а завтра 10. Ну, ну вот, так бывает. Зато после вот того, что у них там с газом случилось, я думаю, они там резко попрут всякие проекты альтернативные. Ну, так-то они и так сильно прут альтернативные. Просто они еще усилят, я думаю, это направление. Ну, там сочетание разных факторов. Холодная зима, малые запасы и безветрие в Северном море. Да я же сказал только что, елки-палки. Ну ладно. Ладно, давай. Да, безветрие в Северном море, там сосредоточена ключевая генерация, собственно, ветряной энергии. В общем, если про Новосибирск не будет вопросов в ближайшее время, я закончу анонсом. Дело в том, что все, как мы вначале сказали, все вы знаете, в эти выходные и пятницу у нас трехдневное голосование. И в воскресенье после закрытия избирательных участков по среднесибирскому времени, которое я сам придумал, его не существует, ну то есть по Новосибирску, точное время мы еще обсуждаем, скорее всего в 9 часов, мы начнем подводить итоги, если не голосования, то выборов этих трех дней, как что шло. Первые результаты, которые будут появляться, будем обсуждать, постараемся позвать веселых, хороших гостей. Очень надеемся, что вам в воскресенье вечером, сидя уютно за компьютером или в кресле, или лежа на диване с чаем или другими напитками, будет интересно и весело не просто скроллить Twitter или там обновлять Telegram, а делать это вместе с нами. Так будет веселее, мы уже, в общем, практически кружок. Вот давайте этот кружок перенесем на воскресенье вечер. Зовите друзей,
знакомых, родственников, не знаю, родителей, детей и так далее. У меня есть несколько знакомых, которые прямо по всей семье выдали, ну, из тех, кто имеет право голоса, выдали методичку, как голосовать, просвещают их и так далее. Вот, не будьте равнодушными и присоединяйтесь к нам в воскресенье вечером, еще раз напомню. Поступило все-таки нам несколько вопросов, будем еще на них отвечать. Зачем велодорожки? Это, видимо, тоже от предыдущему какому-то. Не, если еще год или два назад можно было сомневаться по поводу того, зачем велодорожки, кто по ним будет ездить, ну, тут вопрос курицы и яйца. Негде ездить на велосипедах, вот никто не ездит, то сейчас же полно пользователей самокатов, которые по велодорожкам могут и должны ездить. Поэтому то, что велодорожки будут востребованы, вопросов нет. Что касается, кто на них будет ездить зимой, ну, вообще-то говоря, в странах Европы ездят и зимой по велодорожкам. Ну, правда, там зима не с минус 30. Но в наших условиях, ну, можно, ладно, на зиму велодорожки превращать в то место, куда сгребается снег. Потому что его все равно куда-то сгребают, так его на полосу дороги, для общественного транспорта сгребают или на одну из полос занимают, так вот будут на велодорожке, тоже вариант. Поэтому это вопрос, как это сказать, вопрос менеджмента городского пространства. То есть, как его занять, чем занять. Ну, понятно, что ту часть, которую занимает велодорожка, ее можно по-разному эксплуатировать зимой и летом. Но то, что в большую часть года она будет востребована, ну, я, в общем, не сомневаюсь. Да, и опять же, кто будет ездить, а вот, насколько я понимаю, и зимой все доставщики, там, которые ездят на велосипедах и самокатах, продолжают это делать, невзирая на боль, так что, видимо, это можно делать спокойно. Ладно, спасибо Алексею Витальевичу за бонус-ответ про велодорожки. Не забудьте, во-первых, этот эфир лайкнуть и поделиться, если вы до сих пор это не сделали, а во-вторых, напоминаю вам про воскресенье вечер и подведение итогов выборов совместное. Мы постараемся все ваши комментарии, мнения озвучивать, потому что тогда нам будет можно гораздо больше, чем сейчас. Всем спасибо, кто был в этом чате. До свидания. Это была «Тайга взгляд». Алексей Мазур и Евгений Мездыков. Пока.